bounds. Да, народ! Всем здорово! С вами я, Brain Mix, и со мной Crazy Man. Всем привет! В общем, мы решили поиграть в снежки в нашем парку. Думаю, это для вас будет интересно, посмотреть, как мы играем в снежки. Все, что звучит. Ну ладно, мы пошли играть, снимем это все на видео. Все, ребят, мы поехали дальше играть в наши снежки. Погодите, там что-то висит. Блин, ребят, страшно очень. Сейчас подойдем, посмотрим. Я здесь много раз уже был, но ни разу не видел, чтобы на дереве что-то висело. А то серьезно что-то висит. Это, наверное, в нашем серии полянки такие снимали, наши вы видели. Блин, ребят. Но это не смешно. Она еще так смотрит прямо на нас. Мне страшно. Не трогай, не трогай. Блин, как будто здесь какого-то демона вызывали. Очень страшно. Жесть, ребят. Скажите, что это может быть, я вообще не понимаю. Кукла какая-то. Ну да, это кукла, но блин. Вы смотрели фильм? Оно, у нее лицо прям как из фильма вот этого клоуна, Пеннивайза. Я не знаю, как вам еще это передать. Оно как будто нарисовано. Давай я попробую снегом смыть. Да не надо. Ты аккурат. Да не надо, не надо. Не трогай его. Не надо вообще, ужас. Фу! Жесть, что ты наделал? Вообще, ты, ну, еще теперь страшнее стало, ребят. Блин, мне очень страшно. Давай его снимем, а то у нас сейчас видят. Ребят, я постараюсь аккуратно. Так, чтобы ничего не случилось. Она на палочке висит. Жесть, ребят. Кто ее сюда прицепил? Ее еще на шею намотали. О, боже. Не трогай. Жесть. Смотрите на нее. Фу! Ой, фу! Жесть. Посмотри. Ты голову оторвал. Ты си... Блин, ребят. Блин, отсваливаем отсюда. Кто сказал, что он ест детей? Ой, ужас. Блин, ребят, короче, надо заканчивать видео. Все, ребят, все, 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 все. Надо отсюда вовлечь, выбрасывай, боже. В общем, ребята, я думаю, что... Блин! Что случилось? Что было? Ладно, ребят, я думаю, мы сейчас постараемся как-то избавиться от этой куклы. Я думаю, за кадром мы избавимся от нее. Если что, я сейчас на экран выведу фотку этой куклы. И выведу на экран самый лучший комментарий под прошлым видео. Я думал, просто влог поснимаем, как мы снежками кидаемся. Да, я тоже так думал, но блин, я не думал, что так будет именно. Первый снег выпал, почему не пойти в парк постояться? Много снега здесь, и кто знал, что здесь будет? Ладно, ребят, мы будем заканчивать наше видео. Со мной был Crazy Man. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании. И давайте наберем ему 20-30 подписчиков, пускай насладится. И если кто не знал, я снимаю летсплей по Майнкрафту, я буду снимать в дальнейшем ловушки и постройки. Ну а с вами был Brain Mix и Crazy Man.